Всем привет! Всем привет! Мы находимся в Lounge Club город Новочеркасск. Это Ярик. Это Никита. Мы решили сделать необычный выпуск, и это будет тест на мужика. Для этого нам понадобится Fusion, Cosmopolitan и Tangerine, и Доха. Что, собственно, это такое? Почему тест на мужика? Почему этот табак? Пожалуйста, расскажи. Потому что это хуйня ебаски крепкая. Просто ебаски. Она не крепкая, она тяжелый табак. В него присутствует табачный привкус. Ну, сейчас мы забьем, покурим и по лицам нашим поймете. Очень тупая идея. Ну, а Доха, думаю, большинство знает, что это такое. Смысла нет про нее рассказывать. Чтобы узнать про Доху, смотри в первый выпуск Нирвана. Вот нам понадобится. Это хуйня. Это хуйня. Ярик, пойди поставь его. Давай просто обобщим все это хуйня. Мы просто с Яриком думали, что бы нам такого интересного снять, чтобы вы все посмотрели и угорнули. И тут мы решили пойти, так сказать, придумать этот тест. Вот так вот мы его месим. Я Дохи еще не пожалею. Мы берем так немного, туда добавляем, вмешиваем. Мы просто генераторы тупых идей. А это одна из них. Это очень тупая идея. Очень тупая. Давайте, чтобы я вам объяснил. Насколько я понимаю, вот эта Доха, это такая добавка для табака, дает ему охуенную крепость. Он мало того, что в табак засыпал, он еще и сверху это сыпал. И, короче, блин, как-то вот так вот. Курить мы будем, соответственно, на фольге. Сделаем немного дымки. Давай, Ярик, расскажи, как тебе пришла идея. Как мне пришла эта идея? Ну, случайно пришла эта идея. Мы сидели с Никитой, думали о том, кто есть мужики, почему, как, о кальянах. И тут появилась такая идея. А почему не попробовать забить самый тяжелый табак? Который у нас есть в наличии. Да. Просто найти все самое жесткое и смешать это. И попробовать покурить. Как мы будем? Сможем ли мы сделать это классно? Либо это будет вообще говном, и вы увидите на деле, что так делать не надо. Курить будем на малыше, да? Курить будем на шерифе. Просто запомните ее. Ой, угольки скоро будут, собственно. Дико ждем на собственную дегустацию. Да. Ну, а так мы страдаем, пока никого нету. Кстати, мы узнали мнение по поводу первого выпуска, по поводу второго. Есть моменты, которые мы не вставили в выпуск по умеренным причинам. И если вы захотите их когда-нибудь увидеть, поставьте лайк или напишите в комментариях. Там моменты очень жесткие. В моментах мы посылаем на их личностей. Все обсираем. Если вам интересно, мы это выложим. Если нет, то пусть это останется за занавес. Мой братан тигр. Мой братан тигр. Я буду тут в течение этого времени, так как боюсь упасть. Думаю, что у меня ноги станут ватными. А вот и угли, собственно. Угольки готовы. Посмотрим, что получится из этого. Он не крепкий, а он какой? Тяжелый. Ну из-за фьюжена вкуса и табака слабо чувствую. Вкуса передачи слабая. Я чувствую табачный привкус и все. Да, я добрый. Пока Ярик курит, пытается распробовать этот кальян, я расскажу вам свое мнение. Ну, тоже мнение не эксперт. Вкус говно, тяжелый, я не чувствую. Для меня это противно. Фьюжн я вообще считаю говно. То, что его многие кальянные закупают и пытаются из него сделать какой-то танж, его так преподнося, они до... Так нельзя делать. Это два разных табака. Там кто-то называет его аналогом танжа, не аналогом. Это говно. Я вам не советую всем. Где-то вам в кальянах, когда начнут предлагать сделать фьюжн,
Ребят, честно, отказывайтесь. Это не до табак, не до танш. Крепость у него ублюдская, у него не крепость, а тяжесть. Я когда сейчас его курил, я чувствовал в основном такой легкий мятный привкус дохи и все. Вот она сейчас его вывозит. Сейчас доха прогорит, и мы будем курить говно. Еще раз, мое мнение по этому поводу такое. Знаете ощущение, когда вот бегаешь, у тебя отдышка? Представьте это ощущение, но сидя на одном месте. Что-то наподобие такого, так как табак фигня. Отдает вкусом какой-то древесины, не знаю как назвать. Такое чувство, будто куришь опилки. Дерет горло. В легкие поступает. Не то чтобы дым, какая-то и это никогда не круто. Если вы любите, чтобы прям драло горло, вот будто медведь лапу заснул вам его, да, то фьюжн для вас идеальный вариант. Нет, реально, я так курить серьезно не хочу больше.